13 северных и арктических районов Якутии должны были получить на социально-экономическое развитие почти 7,5 миллиардов рублей в прошлом году. Об этом сказали сегодня на заседании Арктического совета республики. По факту районы освоили более 6,5 миллиардов. Львиная доля средств поступила из федерального и республиканского бюджетов. В реализацию комплексной программы привлечены также внебюджетные средства и финансы муниципальных образований. В северных населенных пунктах продолжили строительство школ, детсадов, больниц, объектов энергетики и ЖКХ. По линии оленеводства построили 14 кораллей на 1000 голов, 16 километров изгородей, одну оленеводческую базу. Рыболовецкие хозяйства приобрели 5 квадроциклов, 2 маломерных катера, оборудование для шоковой заморозки рыбы, обустроили 3 рыболовецкие базы. Ну, конечно, вот кризисные явления не очень влияют на нас по части финансирования. Ну и оптимизация по некоторым направлениям была. По части Сахаэнерго, там, значит, в связи с тем, что по тарифной политике там немножко у них были недоборы, и они сократили, значит, свою программу строительства энергетических вот этих вот установок, строительства новых установок энергетических.